друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Сейчас мы находимся на Акихабара. Я здесь немного погуляю, покажу вам, что здесь есть, но не все, потому что Акихабара огромная, все за раз не охватить, поэтому буду постепенно выпускать различные видео с этого места, время от времени сюда приезжать, показывать, что возможно. Сегодня, правда, с погодой не очень повезло, идет дождь. Я думаю, вы сами уже это заметили. Сегодня воскресенье, поэтому людей на Акихабара очень много. На Акихабара, как всегда, много народу. Все куда-то спешат. Перед собой вы можете видеть манго киса, манго кафе. Очень много анимешных плакатов, но оно и понятно. Все-таки здесь аниме-культура. Возможно, увидим кого-то в косплее, потому что по воскресеньям много таких людей очень ходит. Если удастся, зайдем в какой-нибудь магазин. Здесь, к сожалению, почти что везде запрещено снимать. Поэтому, если спросить и позволят снять, то я обязательно сниму. Но все равно, думаю, будет интересно посмотреть, что здесь есть. Давайте походим. Как раз светофор переключился. В Японии среди девушек тоже очень много отаку, не только парни. Поэтому я думаю, вы их сегодня увидите. Микки, ああいう系好きでしたか? Магазин, где находится много гачапон, это такие штуки, где вы опускаете монетку и можете получить какую-то игрушку, только наугад вы не знаете, какая выпадет. И весь магазин именно таких игрушек. Я вот немного пройду, покажу вам, что здесь есть. Вот такие вот штуки. Цена тоже разная. 100 йен, 200. То есть вы опускаете монетку и крутите. Тоже что-нибудь попробуем получить, если найдем что-нибудь интересное. Сейчас вот такая вот серия очень интересная и популярная. Котята пирожные. Я думаю, вы сами знаете, из каких, кто здесь аниме, потому что я не все знаю. О, Ивамуся Педеру. Наверное, это и попытаемся выиграть. Ансацу Кёсицу. А, вот, из-за Ивамуся Педеру персонаж есть. Одна игра 100 йен стоит. Сейчас попробуем сыграть. なんだと思うの?小野田だと思う。本当?私、マキさんだと思う。いや、田所。近所、近所。小野田。あ、小野田。いいね。 Следующий я попробую вытянуть. 100 йен стоит. Что ты смотришь? А, да. Дарья Датому. Маки-чан.
あ、このなんだっけ、なんだっけ、無口先輩、無口先輩かな、うん、名前わかんないや、このやつ。じゃあ主だと探ってこと。В игровом центре много автоматов Упакетчер, гача-гача, из которых можно вытащить различные фигурки, но на самом деле сделать это достаточно сложно. Вот здесь, например, Эрин. Здесь его надо цеплять. Одна игра стоит 200 йен. Также можно выиграть различные полотенчики. Вот такие вот фигурки разных девушек. В принципе, все, что хотите. Большие игрушки. У каждого автомата, конечно же, своя стоимость игры. Давайте еще посмотрим, что здесь бесплатно получить дополнительную лапшу, что очень удобно. Сейчас мы находимся в небольшом аниме-магазине, и здесь продается очень много различных фигурок.
правда, все они подержанные, без коробок, как вы можете видеть. Но зато и цена на них соответствующая. Например, из Dragon Ball, вот такая вот огромная, всего за 3,980, что очень дешево. Фигурки из Евангелиона, из многих других аниме. One Piece. Здесь вы тоже можете видеть очень много различных фигурок. В принципе, весь магазин ими заставлен. Чего только нет. Даже Мэри Го за 39 800 йен. Как бы есть очень дорогие вещи. Людей здесь очень много, все что-то выбирают. Конечно, большинство просто смотрят. Фигурки очень классные, некоторые очень-очень детализированные. В принципе, на любой вкус. Футболки с аниме персонажами продаются. Различные напульсники, брелоки, закладки, чего только нет. Даже анимешные зажигалки Zippo есть. Также чашечки продаются. Вон, Данганронпа, например. Различные кейсы для телефонов с японскими анимешными девушками. Sword Art Online. И много чего того, что я не знаю, в принципе. Потому что в последнее время аниме смотрю очень редко. Ну, очень милые. Для айфонов, для Samsung в основном. Вот это очень классная штука, не знаю откуда. Тачкома. Варай кота. Даже анимешные часы продаются. Можете посмотреть. Сумки, футболки, в принципе, все, что хочешь. Анимешное. Даже думаю себе что-нибудь приобрести. Выглядит симпатично. Различная атрибутика Тоторо и вообще студии Джибли. Тоторо, Котобус, или как его там называют? Черные чернушки. Чего только нет. Здесь очень популярная такая площадь на Акихабаре. Здесь есть AKB, хоть и кафе, и магазин. Можете видеть. И рядом прям с ним Гандам кафе. В них я еще ни разу не был, но обязательно как-нибудь схожу и покажу, что там находится. Поэтому ждите.
каких-нибудь видео обязательно появится. Так вот выглядит эта площадь. Все едят макароны. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и, конечно же, ставьте лайки. До встречи в следующих видео. До свидания.